привет! У нас сегодня семейный выходной, а все вместе, вот мы в машине уже, детки спят, не буду их показывать. Вот, но мы сейчас грузимся и едем. Приглашаю вас с нами на выходной. Сегодня воскресенье, замечательный день. Сначала мы решили перекусить, потому что ты не ты, когда голоден. Там Тёма. Пойду скажу вам сейчас, Тёма, что там делаешь? Смотри, я тебе могу дать картонку. Картошку фри. А, ну я поняла. Привет. Да. Смотри, я тебе могу дать. Сейчас я знаю. Тёма, ну дай мне договориться, пожалуйста. Картонку, кусочек, и будешь делать открытку. Будешь делать? Я хочу пирамиду делать. Ну, давай тебе напиши, напиши, чтобы все ребята знали, что Саб-Зиро. Напиши, что это Саб-Зиро. Я буду делать пирамиду с квадратом. А? Короче, я буду делать пирамиду с квадратом. Вот это Саб-Зиро. Нет, из квадрата не надо, Тём. Это какая-то... Ой, привет, девчонки, хорошо, что пришли. Нет, Тём, так не годится. Надо делать что-то лепить, не просто складывать. Теперь вы знаете, как будет Саб-Зиро. И я тоже. А это кто-то такой масенький. Личико мы не будем показывать. А ботиночки, носки, вода. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя, это кто там такой сладкий? Кто там такой сладкий? Угадайте. В общем, ждем еду. Увлекательный процесс. Как козлята, первое принесли салатики. Салат. Кстати, салат. Мой самый любимый салат. Для идеальности ему еще не хватает чуть петрушечки. Ой, укропа. Я люблю, когда много-много укропа. Скажите, что вы думаете? Что вы сегодня ждете от этого выходного, кроме еды? От этого выходного я жду, что мы сейчас поедим, потом поработаем, потом опять поедим, сходим на хороший мультик с Артемием и с Давидом. И после этого, я думаю, что нужно ехать домой и монтировать твой бьюти-блог. Сергеем заказали два разных слова. Фишка в том, что этот праздничный у них называется. Фишка в том, что это тоже праздничный, но они два разных почему-то для моей жены. А, он тоже праздничный заказал, потому что мы сначала вроде как один только праздничный я заказывала. В общем, два праздничных плова сейчас будут съедены. Сейчас, в общем, два праздничных плова будут опробованы. Ну, если давай. Плов не понравится, то... Ну что? Останемся без еды. А вот этот салат чук, он, чук или как он? Чак-чак. Чак. Ой, чук это. Нет, что? Чук это зеленый. Ну он тоже называется как-то так. Что-то такое, да. Айхачук какой-то. Айчук. Или айчучук, айчучу. Аймачук. Айчучук. Ну как? Я люблю так варить. А ты знаешь, что плов надо есть руками? А ты знаешь, что? Ну что тебе за пушинка вообще здесь висит, убери. Умничать, вредно. Умничать. А? Не хочешь руками поесть плов? Птицу и девицу надо есть руками. Девицу сейчас, за девицу у тебя это... Девица меня снимает. Я попробую твой плов, может у тебя вкуснее? Так, смотри-ка, поджирает мой плов. Там один тоже плов же. У тебя вкуснее. Твоя тарелка всегда вкуснее. Опа, ну ладно, садись. Кое-что нас там навалил. Как папа ловко справляется. Куда мне эти салфетки? Куда мне эти салфетки? Съесть что ли? Или что мне ставить? Ваня! Кто там? По-мужски? Как взрослый. Да? По-мужски навалил. Ой, юшки, ушки. Та-та-ра-та-та-та-та. Да. Круто. Ты что, аквариум типа? Да. Папе точно понравится. Пап, смотри, что он тут сделал. Вот это морское дно. Аквариум? Да. Круто. Не аквариум,
рыбки подводные. Это рыбки подводные. Мы ехали в торговый центр, там наш магазинчик есть. Это наш магазин, сейчас мы немножко поработаем. Тёма уже смотрит вон туда, потому что там игровые автоматы, он-то знает. В общем, пойдёмте, мы поработаем. Там у нас меряют курточки. Работа кипит. У нас магазинчик. Здесь оставим свои курточки. Привет, Лариса. Водичку Тёмочке, Давидику возьмем. Вот. Тёма уже у нас в магазине натырил конфеток. По-моему, кстати, у нас платье красивое и шубка. Все очень красивое. Не дают. Да. Приходите, здесь встретимся. Смотри, какая у меня рисунок. Да, это, кстати, Сереге привез друг. Ну, в смысле, друг живет в Китае. Он ему привез. Тём, это тебе. Так. Нельзя куколок отдувать. Да это тебе. Ладно, это не нравится, это тебе. Сюда мы пришли вообще. Ну что ты хочешь тут? От дома таких нет. Ава. Да, можно если здесь только... Если мы в торговом центре, мы здесь будем по-любому. Давидик очень интересный, очень спит, крепко. Видите, какой Давидик классный кофейник взяли. А самая фишка, что он очень любит кинопопки. Да, да, да. Но ковид пока спит, мы не смогли его приятить. В общем, мы и погуляли, и поработали, поиграли в автоматы. За сегодняшний день, короче, все успели. Да, не все. Сейчас надо еще на самом деле, полдня впереди. Мы сейчас зайдем в магазин, наберем вкусняшек, поедем. Нам еще дома кое-что поделать надо. А завтра у нас к нам приезжает телеканал «Домашний». Мы сейчас снимаемся в одной даче у них. И... А да, кстати, завтра еще выйдет Дашин бьюти-блог, если я его, конечно же, нарежу сегодня. Да, да, да. Вот. И нам нужно сейчас в квартире прибраться, чтобы завтра приезд на телеканал «Домашний», чтобы было красиво, уютно и хорошо. Да. Мы поехали. Всем пока. Не, мы уже здесь час с тобой. Надо домой. Дела спит, братишка. Все, пойдем. В общем, мы едем домой. Тему еле увели, он очень хотел домой. Ты не хотел, да, сыночек, домой? По-моему, он уже спит. Нет? Пристегнулся, сидит тихо. Молодец. В общем, всем пока. Мы домой.